дошли, может, они пошли верхом. Любовь моя, любовь моя. Егор, любовь моя. Мартышка. Сейчас будет автобус ехать, Егор. Слазь. Слазь. Последний экзамен написан, чемоданы собраны. Сегодня уезжаю домой. И я больше никогда не вернусь в это место, чтобы учиться, либо жить тут. Я не верю. Если честно, мне хочется плакать, и мне очень грустно от этого, что все закончилось. 3 года. Куда мы едем? В Иерусалим. Тебе нравится? Нравится, только воняет и грязно. Иерусалим. А я люблю Иерусалим. Не, мне нравится такой старый город. Да, запах, конечно, тут жесть. Иерусалим – это город, в котором, я не знаю, у меня всегда такой прилив энергии идет. Ну, вот не согласна. Все реально верят, что я туристка, поэтому, потому что я иду снимаю. Супер. Да, можно тут что-то бесплатно пожрать. В Израиле, кстати, вот эти вот все орешки и все такое, там можно стоять и пробовать. Ну, то есть, только подходишь и пробуешь, всем сердцем. Мам, тебе нравится? Пока да. А вонь? А уже нет. Ну, да. Дубль 2. Мам, тебе нравится в Иерусалиме? Очень-очень. Мы ищем место на базаре, чтобы пофоткаться. Да. Аня хочет с мужчинками. Нет. Я хочу с арбузом. Ой. Аня типа на экзотике, экзотика. Вот на меня уже кто-то это... Короче, со мной какой-то... Я же говорила, что я только с мужчинками буду фоткаться. Зато, вот-вот, со мной разарит на русском, думает, что я туристка, это удачно, потому что мне могут дать что-то бесплатно. Это моя любовь. Я готова молиться на макару. И покажу и вам, и родителям сразу. Израильская настоящая, да, это фалафель. Вот, мужчинка взял, и сейчас они тоже попробуют. Успела. Класс. Люблю. Чили. Вот вам Иерусалим. Я не помню, я снимала когда-то влог в Иерусалиме или нет, поэтому сниму вам в любом случае. Вот она плачет. Это мужская часть слева. Вот здесь вот. А, чё, я думала, ты настраиваешь. Женская часть, кстати, намного меньше, но ее сейчас хотят расширить, потому что феминизм возрастает. Да? Идти надо со стороны плача задом, потому что нельзя разворачиваться спиной к Господу. Поэтому я иду сейчас задом. Видите, как все это учится. Нужно идти задом, со стороны плача. Это я и моя мама. Саш, на ступеньке. Чем там только... Мима, за что? Ты ж меня не обманула, несколько слов. А как же вы закончили институт? Это, во-первых, университет? Подготовительный факультет сначала. Потом... Привезла мамочку в город своей мечты. Мы сходили немножко пошопились и сейчас приехали гулять в Тель-Авив. И мама говорит, что я расцвела. Конечно, блин, тут не расцвести, тут же везде деревья. Шучу. Боже, я так люблю Тель-Авив. Господи, пожалуйста, дай мне сил заработать столько денег, чтобы тут жить. Аминь. Скажи аминь. Аминь. Тут постелили такое огромное белое полотно на стенах. И дети их разукрашивать могли. Класс.
Мама меня ждет. Для деток тут, короче, сидит. Я выхожу из туалета, а мама меня ждет. Давай, мамочка. После трехчасовой прогулки. Я решила, что до магазина идти, там, ну не знаю, полчаса максимум. Я повела маму, и мы шли с ней 2.5 часа пешком. Так она теперь на меня злится. Не злишься? Нет. Это фитнес. Мам. Говорю, мам, тебе понравится эта горка? Сейчас вы поймете, в чем прикол. В чем прикол горки? Вот вход. Ты такой проходишь к нему через тело. И выходишь. И банан. Огромный банан. Мам, иди сюда, хочу тебе показать горку. Давай, жду твоей реакции. Ну, мам, посмотри. Горка. Мы пришли, короче, на набережную с досками. Точнее, мы пришли на доски. А кто становится под этим? Я! Короче, вот отсюда сейчас летели невероятные брызги. Я не знаю, слышно меня или нет. И я вся мокрая, потому что мне же надо было красивые фоточки. Блин, не сделали ни одного видео. Ничего, в Инстаграме все посмотрите. Сняла самолет. Я не знаю, почему я так счастлива. Я так счастлива не была уже 300 лет. Я просто чувствую себя 5-летним ребенком. И, ну, вы потом на фотографиях посмотрите, какие ощущения реально. Как же я люблю море. Море, море, мир бездонный. Моя мама тут как тут. Что-то очень горячо мне идти тут босичком. Мамочка, ты не закончила предложение. После прогулки мы сняли все усталости. Спасибо! Ехали в Тель-Авив, Яфу. Смотреть на закат. Нравится тут освещение, поэтому я иду и снимаю себя. Освещение очень красивое. Я держу город своей мечты на ладошке. Желаю, чтобы ваша мечта была так же близко, как моя сейчас на ладони. Не дядя, а город. Скажи, тебя тут не влюбиться. Самолет. Ну вот, слышите? Очень красивая церковь, но я знаю, что арабы молятся 40 раз на день. Может, не 40, но что-то вроде. Сказки. А теперь мы поднимаемся. Смотрите, какая красота. Ой, была здесь. Сюда, вперед. Ань, ты реально, блин, черная. На фонтане, где находится 12 знаков зодиака. И мой вот весы. Такой большой и маленький. Точнее, низкий и толстый. В общем, сижу я завтракаю. Мама говорит, что под балконом твоя машина. Я такая, смотрите на эту ласточку. Это машина моей мечты. Такого цвета хочу. Я такой маленький. Боже мой. Пожалуйста. Пожалуйста, подарите мне машину такую. Все? Наотдыхались? Да. Я более загорела, чем вы. Ну ладно. Вчера у меня был просто идеальный день, о котором я даже не могла ничего снимать, потому что я встретилась со своим парнем впервые за 2 недели, по-моему. Я погуляла, я купила себе новую юбку, которую я мечтала давно, до колена в обтяжку. И сегодня я проснулась с мыслью о том, что я хочу петь, снова хочу начать петь. То есть, как бы, я все время пою, но я учила классический вокал в школе, а я всю жизнь занималась эстрадой. Наверное, вы вряд ли знаете, что я пою с 4 лет, но вот вам еще один факт обо мне.
И я просто сегодня утром записала кавер, мне стало на душе так хорошо. Я хочу вам сказать, чтобы вы делали то, чем вы хотите заниматься, и вообще никого не слушайте, и у меня тут везде коробки, потому что мы переезжаем. В общем, делайте то, что вы любите. И любите себя. До встречи в новых влогах. Удали быстро.